Йоу, всем привет! И мы продолжаем путешествие по Архейдж. Сейчас мы будем пирату строить корабль. Что за пираты без корабля, правильно? Поэтому мы идем выбирать мне корабль. А, тебя Славка ж не было, да, тогда? Не, он где-то проебывался, блядь. Ну, да. Он тогда здесь, огорчился, короче, сейчас шхуну разъебали. Да, я разнесу с катанами. Да. Да. Вот мы здесь, короче, хайвы посадили в какую-то тучу деревьев. Жека, ски, пати. Я не вижу. Я даже не помню, я тут хоть раз бывал, он показывал на видео вам. Нет. Ты что, нашел? Да. Пати, пати. Где? Россия. Вот мой корабль, наверное, стоит, да? Вот это. Маловато. Штук 25. 5 часов. Бля, слишком рано. Мне тоже пати киньте. Уии. Не, короче, пати всем раскидь. Вот этот брать. Посередине, который. Галеон берите, не хочу хорниски. Вот я хочу галеон, да. Поздравляю. Возвращаемся. Давайте голосовать. Не хочу голосовать, но смотри. Поздно уже, все, корабль куплен. Че теперь будем начать собирать? Сейчас я думаю, параллельно надо фармить нам руны, добивать кому это и пробовать как-нибудь, не знаю, все-таки с божьей помощью нахуй дропать куски на черную жемчужину. О, черную жемчужину. Надо куски, значит, дропать надо. Что за пират без черной жемчужины? 12 там. А что, пушки эти всякие щиты добьем, как бы Карибского моря, блин. А нам еще там добивать месяц будем, да. Ну что, ресурсы насобирали? Не-не-не, нету, сейчас будем собирать. А почему месяц? На двух человек, на Леху сейчас. А, на трех. На Эдика, лук. Ну лук быстро выбивается. Не, лук ведь хорошо выпадает, да. Ромки с его везучестью, мудрость тоже неплохо сыпется. Там уже за сотню перевалило. У меня почти сотня счета. 97, кажется. Ну вот. И так же много. Еще два дня. Окей, что, две короны пошли? На черной жемчужине-то ганкать вообще самое то. Так 11 метров в секунду, я еще удивился, я думал, на кань. Ну я думал, так что... Так у нее еще и гарпун есть. Побыстрее, думаю, будет этого галеона, а когда мне, блядь, Фит сказал 11 метров, нахуй, как у тримарана, блядь. Ну, очень мобильная, маневренная, это ж сам так бог велел. Так, смотри, слышь, лайк, это 11 метров, и плюс она еще может ветер поймать. А, ну, вообще шоколад. Плюс ускорение, и плюс гарпун стоит тоже, можно гарпунить. А вы мне подарите капитанскую шапку, командора, большую? У Лехи там есть. Что у меня есть? Ну это шапка. Пиратская? Да. Она мне. А ебать, у меня еще в складу это лимоны, нихуя дела. Ну, я могу шмот подогнать, только вверх. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Отойду покурить. Давайте по-братски собираемся, раздам вам. А, давайте по-братски Леху опрокинем на гривен. Поебальничку, а, мне, чтобы поставить верфь, надо еще груз строительной древесины, ткани и груз железа. X5, X5, X5. Нет, мне на верфь надо железо и дерево будет. На строительство непосредственно. А, стоп. Материал для строительства верфи. Упаковка строительной древесины X100. Все. Не-не, там еще железо, по-моему, надо. Наебало. Не знаю, не написано. Кривой перевод, по-моему. Давайте. Камни по-братски подходить. Ну давай, Славка, раздавай, я пойду сразу. Так. Да, значит, груз строительный делай. Давай, а чё метро? Где моя кися, блин? Давай, ничего. По
пока доберешься, блин, через все эти заросы. Коровы тут, блин, козы, о, сова. Так, я потерялся. Куда? Опачки, не ждать. Ебать, чудо, а кто у меня слава, блядь. Вызвал такой довольный, думаешь, нас я поеду, да? Куда ускакал? Сюда иди, мразь. Это тебе надо. Сережка. Вот он я. Вот это тебе. Наверх. А, допустим, вот это сделай ткань строй, это грузовую. Окей. Так, а я сделаю тогда тоже за спину себе. Да, грузи железо сделаем. Костик у нас курит, да? Ты. Остальные все спакали? Да. Да. О. А, Эдик, ну не качается, уже остался. Убирайте это место. Ну там, где, в принципе, эту, блядь, шхуну делали, там лезет галеон. Идем мы строить галеон, галеон. Я тут? Я даже праздничный костюм одел. Праздничный костюм. Сколько у нас грузов этого? Я хотел поймать тебя побегать. Пойдем, пойдем. А, хули, пойдем. Я тебе, короче. В темноте сижу, не знаю. Ткань есть. Тоже делай. Нихуя Dark Hero. Паки пускают. Так, мне что, воду надо? Так что, может, их примем, блять? Смотри, их мало сколько. Давай быстрее галеон сразу. Ты, конечно, этот, на рецепт выбираешь место. Не, я понимаю, вот я смотрю, все красное. Либо мелко. Ну там подальше, там какой-то баг был, я тоже строил. 8 человек, пока их вижу. Можем принять, блядь, их, да, пиздец. Получается? 5-й, 46-й, 10-й, 46-й, 10-й. Блядь, 10 голды. Ребят, 5 голды надо. Я нету. Я бич. Бич. Сколько? 5. У меня 5, еще 5. Так что, меня слышит кто-нибудь, нет? Да слышим. Некуда сейчас всякой хуйней заниматься. Так просто можно поставить нахуй этот ебаный быстренько и пиздец. Но мы уже с панками, видишь, не говорим. Ну, я же говорю, быстро поставить его, это все. Подожди, не спеши, это тут какая-то хрен поймешь это. О. Какой-то миллиметр есть, где можно поставить, и вот его поймать надо. Есть. Фу, поймал. Верев можно поставить только на глубоководье. О чем мне говоришь, что здесь дальше. Можно? Короче, предчувствую то, что будет хуёвенький галеон, нах. Что-то у нас, блядь, пацан верф построить не может, нах. А про корабли вообще, нах, молчу. Дырявый. Правее, Лёха, правее возьми, тут глубже. Главное, поймал место, показано, что можно, но... Говорю, что нельзя. И можно нельзя одновременно. Где-то где я сюда плавил, здесь можно было. Так вот, я проверяю, не, нихера. Вызовите корабль и поплыли на корабле, блядь, искать. Да как искать? Мы же здесь шхуну делали. Вы что, угораете, что ли? Он больше места занимает. Походу. Ты, Леха, пизда был, походу. Да пиздить, понимаешь. Это не я, это игра мне, но я будет. Да здесь нельзя поставить, Лёха, ну, блядь, вот туда поплыть дальше поставь, просто пиздец. Я гарпуник здесь запарился искать. Мне кажется, я тоже искал. А я буду так смотреть. Давайте правее. Да правее, давай. Берите вон там, глубоко, глубже же. На Кубу плывем, там в Инистре, я знаю, можно там уже наставили. Сейчас доплаваемся на спаке. Да вон там вон уже это, блядь, впадина. Прямо здесь можно. Пробуйте здесь где-нибудь. Где Жека? Вот здесь я попробую. Там глубоко.
Ну, притормози. Да куда вы, блядь? Скорее. Вот с этой стороны, где мы. Вот тут глубина уже, стой. Че, Лех, молчишь? Красный полностью, не деньги. Пиздец. Куда-то вы уже в боевую зону лезете. Там точно хэрит. Не. Вот да, вот миллиметр был один единственный. Вот здесь глубина, вот охуенно большая. У крепости может, был меньше, я видел, где строили пацаны. Да, может, крепости сгоняют, тут недалеко, в принципе. Тут все красное, тупо никуда не. Нихуя себе недалеко. Так ты можешь на корабле за то, что слезть с корабля. Какая разница? Он, я же вожу по морю, и он показывает, где можно, где нельзя. Я, по-моему, базарю на то, что на кораблике, да. Поэтому все красное. Ну как здесь можно красное? Вова, здесь глубже попробуй. Ну давай, слезу с корабля здесь, окей. Вот справа от корабля, от гарпунника попробуй. Там шхуну можешь рядом, ой, вернее, катамаран из этого, он там ругается. Нейтральная область. А тут, да, уже нейтрально. Да нихера. Поплыли, туда сгоняем. Эй, у меня бросили туда дома. Опа! Стоп. Да, блядь, нейтрально он будет. Поплыли. Похуй, ставим здесь. Да, блядь, верф можно поставить только... Да что за бред? Ну, верф можно только. Я, ну, ставлю уже как раз 10 монет, что заплатить. Нажимаю ОК, и мне пишет, что верф можно поставить только на глубине. Мол, иди нахуй. Поехали, кто там за рулем на второй? Делаем а все проще тогда. Плывем в этот, в крепость полмесяца. Кто водитель, то я. Лост оф Саврит. Там точно можно. Короче, давайте на одном все заберемся. Да поздно уже. Поверните и плывите за нами. Вот тут вроде можно построить. А я тут боевая зона. А вот тут боевая зона, да. Солриди воткнуть там в этот дегавань. Да. Кстати, вот где-то по левой стороне же строили галеон недавно, совсем. Ну вот-вот, мы подплываем. Я надеюсь, у нас паки все, да, полностью хватит на все. Надеюсь, да. Даже склад рядышком есть? На пристани. Так там это же, и в городе все есть. Вот такая вот фигня. Краска-то на паруса есть? Нет. Я все отдал эту крокусу. Всю свою краску. Есть. Спрашиваю у Костика. Есть, есть. Для нас будет унылый этот ремонт. Почему унылый? В смысле? Какой хозяин, такой ведущий? Капитан такой.
Вот не надо мне тут. А вы видите над головой у нас прям какой-то дымок? Что, блядь? Ебанулся что ли? В воздухе был такой дым, как будто это, из трубы. У тебя уже глюки. Команд хуй. Да нет, наверное, баг был. Да, команд ты, а не баг. Бронса там. По идее, вот прямо с этого причала можно строить. Глубоко тут, что ли? Глубоко тут, что ли? Да, смотри вниз, не видно там даже. Ну, да? Тут строили, я видел. Попробуйте. Сейчас, отзывай, подплыви поближе, и отзывай. А да, между вот этими балками. Хотя хуй там. Ну, вот там вроде кошельки приплыли, отзывай. Ну чё? Есть. Есть. А, блядь. Это надо. Прогрузилось. Я просто мастер парковки. Дерево. Надо. Какого дерева? Хуячить. Меня. Отзывайте-то нафиг. Вашу лодку. А там есть вот тут рядышком то, чтобы это паки делать-то? Отзовите лодку, блин, дайте проплыть. Да вроде должно быть. Ты дерево прямо оттуда делаешь. Так не у меня дерево. Дерево у меня, я ебашу уже. Ну и баш. Все заебашу. Ну и еще одно, да? Дерево. Жейка, стой. А кого еще дерево? Кого? Ага. Куда почесал-то? Так, а чё? Надо это самое? Он, ты делаешь, что здесь нету таких НПЦ, надо придётся в город что-то отбежать? Нет, нет. В город и на ослике. Иди. Так, ну и ткани есть, железо есть. Дерево, железо у Ромки. Дерево есть, все есть. Ты... Тут все есть, все станки. Так же не пиздите. Шикарно. Ну вот просто идеальное место для постройки. Не говори. И корабль у нас прям в эту верфь и фиганется. Будет спускаться прям туда. Чувак. Что там еще надо? Смотри, смотри, Ромка, смотри, как чувак сытся. Он тебя выманивает. Подхожу, он убегает. Из боевой зоны тебя выманивает. Да, не да. Он видишь, я пират, и бежит, бежит. И он стреляет в меня. Что там дальше же? Вот что-то. Пускай. Алло? Еще дерево, да. Сейчас сделаю. Лол. Эльфика. Что там еще три пака дерева? Наверное, есть все дерево запросит, да? Да. Сначала дерево, потом железо. Потом весь пак. Жека не очень. О, понятно. Поливай на. Ну что, блядь, нахуй мне трейд кидает. Чего ты хотел дать? Дерево еще сдать. У меня есть, ты же мне дал, да.
Еще, блядь, два. А нахуя еще два? Пять паков надо как-то на строительство. Эх? Надо было сначала всем дерево раздать, быстрее было. Давай очередь сделаю, потом еще дальше. Потом железо, потом ткань. Может, Славка, шхуну вызовешь? Мы сложим это говно, то, что у нас за спиной. Сначала ткань, потом сделаем железо. Забавно, да. Все шхуну угнали, да? Пока мы тут что-то скажем. Ну, Славка, мы вернем тебя. Да, пускай так, давайте. Повелся, да, на их провокации? Конечно, повелся. Это ж гениальная идея. Так все, дерево все уже везут. Там еще дерево, скорее всего, выпросит. Там три пака дерева. Вот уже третий сейчас был. За руль встаньте. Давай, за руль. Ты, Ромка, за рулем. А, ну короче, тыкай. Погодите, пока ничего не делать, сейчас посмотрю. Еще два пака дерева надо будет. Короче, я за рулем встану, а вы это. Самый хитрый, блин. Стоит, вбивает в воду. Еще дерево? Да, ничего, да, дерево. Да, держи. Два дерева и потом пять тканей. Два дерева, потом ткань запросит? Да, пять тканей потом. Так, значит, Макс. Ткань. Кто-нибудь один за мной, идите. Я здесь, Костя. Давай. Стой, Костя, ты куда? Стой, братишка. Дай дерево сделаю тоже себе пак. Я все взял у Жеки нахуй, все. Беду, да, держи ткань. По-моему, все правильно. Так, кто нас еще бичует? Нету таких? Заняты в суперделах. Пилим. В шхуну тогда складывать или строить поочередно, да все? Дай, Жека, я постучу. Ром, поведи шхуну чуть дальше вперед. Мешает проехать. А, все. Петель проткнуть не могу. А, откат идет. Эй, проткнул. Тук. Так, еще держи. Э, тук, да. Все, у Макса пятая ткань. О, ткань. Тут получается, что 5 тканей надо будет? Да. Делаем галеон. Галеон. О. Как из ткани появились, так вот эти вот ребра, так сказать. Непонятно. Ну-ка, надо посмотреть. Блин, мой глайдер убрался. Кстати, 100 слитков железа осталось. Все-таки там не нужны они были. Не нужны? Не вряд ли, что брать, надо же чужую будем купить. Что там ткань делает двое человек, да? Ткань же вроде хватало, загружено было. Было три, надо. А, взять. В смысле. О. Что теперь, железо? Железо, да. Да. Расхватывайте все по железу.
А, кто не успел? Мешает. Да все, можешь отзываться. Так, ладно, пацаны, давайте до завтра. Давай. Давай, пока. Все по-братски сразу там красочку выделите, все как надо, нахуй. О. Еще железо. Макудин, давай вбивай. Леня. Сейчас бац, фейл. А, красочка. О, сейчас паруса покрасим. Какие-то гастарбайтеры у нас шхуну скрыли. Блин. Чё, ну чё? Всё готово? А, всё, наверное, да. Ну и? Давай, спускай. Всё, спускается. Спускается. Прямо какая-то бомба. Разъебем нахуй. Дальше устроить. Типа по незнанке полетел. А да чё за такие красные паруса? По-братски крась. По-братски красит. Скорее, крась, скорее, крень, скорее, скорее покрась. Ну все, давай, давай, давай. Отзывай. А, наебал, пацаны. Ну, все, покрашено. Ой, все, дайте с пушки стрелять, пожалуйста, мечта у меня такая. Ну что, поплыли? Давай сверху подзывай. Сейчас бац, тут же угнали. Что-то у нас какие-то маленькие. Ох! Корабль пирата готов. Ну, батька. А вот фиг тебе. Пошел отсюда. Свеженький, только построенный. Ну, древесиной пахнет. Далее, карабкаюсь наверх по-братски. Потом за мной РСД, нах, что ли? Где отсюда? Где отсюда? А паруса-то чисто белый, без полосок. Да. Ну, картинка мне тут кажется маловато для таких парусов. Ну, какая есть. Вот тут колокольчик еще, нихуя себе наверху. Колокольчик это палево будет нас стучать. Попало. Турбалетный поток. Ну что, готово, турбо, ёпта. Нихуя себе дела. А, нет, это этих отзывать. Пью, пью. Блять, сыкать на отсюда. Красота, ёпты. А чё это за аура такая вокруг корабля? Пацан выпрыгнул такой. Это чтобы на глайдерах не летели. ПВО. Отталкивает сразу, кто попытается залететь. Она не отталкивает, она с глайдера скидывает. А, ну и так. Как ты упираешься в стол, так же и в неё на глайдере. Ха-ха-ха, капитан Джек Воробей наконец-то. Нас поджимали, блядь. Хотя вам Джек Воробей. О, неплохо. Ну что, поехали на наш остров, там мы. Окей, разворачиваем. Пацаны, тревога! Слышите колокол? О, быстро маневры как раз. Пилонах. Ща как якорь скину. Подожди, не кидай. Тут у нас там слетел. Ты ускорение включил? Мне маневр включил, чтобы развернуться. Сделаем какое-то в пираты в Карибском море, летучего голландца нырнем под воду и потом вынырнем. Давай, Жека, догоняй. Догоняй, Жек. Ну, коробка, сядь, сядь за руль. Да, я побегаю по кораблю, посмотрю хоть. О, четыре пушки. Это что такое? Это якорь. По три акваланга с каждой стороны. П
По три аж? Давай, Лёха, вставай на рей, сейчас тебя. Нифига тут аквалангов реально. На 2 часа Виктория на штамба, 7000 на. А ты? Где? Давай, где? 2 часа. Якорь бросим сразу. За пушки. На 2 часа от корабля или по карте? Карте. Разворот не получился, поднимай. Ой, блин, как что за днище только что был за рулем. Я. Право, скорости нет. Похвастаюсь, если там планчат хоть это, шифтани Лёха, типа все на выебись, короче, чтобы пон засчитали. У нас он термит какой-то лазит по этому. По кораблю. Карта какая-то ебанутая, половина пропала, нахуй не вижу. Кто плавает. Где коты я пострелять хочу? Не видать ли? Че это за чувак там ползет наверх? На час уже примерно не. О! Нет! Все, сбросили капитана нахуй. Новая власть. Как опасно лазить туда наверх. Где тут блокировка? Быстрее, да. Лёхи, пизды? Альки, эти, глайдеры, включайте скорее. Оп, все, поздно, вот, я на корабле. Как отсюда спускаться в экстренных этих? Вот так, что ли? Вот так вот, да. К краю подходишь и просто... Да, да. Блин, опять наверх залазит. Что тут еще у нас есть? 4 этих, но 4 пака тебе можно положить. Там 6 этих. Как их называется-то? Подводных. Правильно. Пушечки, как... пушечки, да. Пушечки. Что это делает? Пушечки, блядь, вы бы знали. Слева краба пистреляет, если хочет. О, бля, сейчас мы столкнемся с ним. О, краб, давайте по крабам немножко. Ставим крабов? А? Ух, белый парус. Да, черт побери. Надо зафоткаться. Черт побери. Черт побери, а? Ну сейчас краб просто дело. А на ход-то слабо стреляет на ходу. Ага. Да, блядь, блядь. Как тогда теперь? Я что-то пушка хуево разворачивается. Она... Ебать, мы сейчас в это режемся. Под... Ай, черт. Кто упал? Да ты я, блядь. Сверху хер слезешь по-нормальному. Блядь. Что происходит? Стой, урод. Ну все, прощай. Да ни хрена. Блядь. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Отзывай корабль, блядь. Идиот, блядь. Ёбаный нахуй. ГРБ напали? Убирайте. Уплывай! Я друг. О, пацаны. Ух, пиздец! Плыви нахрен отсюда! Горим, пацаны, паника, паника! Сейчас горел просто. Жека напал, но. Не сдохли. Ебать, пожар, пацаны! Блять, тушим! Чутка загорелись. Ебать, мачту, все разъебали. Ебать, блять, все расхуярили, да. Жека дебила, блин. Дострелялся. Я пугарнулся, вы проебали бы сразу. Побрать. И 5 минут, блять, не прошло. Да че, это же было ожидание. Да. Блять, я залез там наверх. А ну-ка, да я залезу наверх, подожди, слезь, Жень, Ромка. Лёха, корабль-то назвал? Зачем? Пускай чинится теперь. Ну вот поэтому все так плохо. Давай, Женька. А если его отозвать, он будет полон, отремонтирован. Не-а. Да? Нет, видишь? Нет. О, Жень, Ромка, я твою труселя вижу.
Вот это нас приняли, нихуя. Обосраны. Да не Ромка, я вам не урод. Во, дыхай вас, это 3 часа. Однёмка. А куда плывем, короче? Да. Сейчас наткнемся на гарпунник Джуди. Или Авалон. На 5 часов они. Не проливают, проплывают слева по борту. В общем, вот домой. Такие у нас приключения. Мы едем домой. У меня собственный галеон, корабль. Ну-ка, всем спасибо за просмотр. Похуй, наоборот, какая. Увидимся в новых приключениях. А можно изменить флаг вот сам, на самом мачте, сам верху? Да, кстати, мне тоже было интересно. Флажочек маленький. Походу, да. Нет. Ебать, на галеону 30% КП. Вот вы